28 мая молодежную делегацию Калининградской области ждала насыщенная деловая программа и подписание важных документов о сотрудничестве. Гости побывали на различных региональных площадках, пообщались с омскими добровольцами, бойцами студотрядов, представителями молодежного правительства и творческого сообщества. Важным моментом стала встреча руководителя Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Агентства по делам молодежи Калининградской области в пространстве 306 квадратов. Очень рад, что вот такой формат взаимодействия появился у нас, и мы будем его применять, тиражировать, может быть, по каким-то отдельным направлениям, о чем, в общем-то, договорились тоже, потому что что у нас вот сильного, мощного, что очень понравилось ребятам, это студотрядовское движение, это добровольчество, то есть те наши большие проекты, которые существуют. Ну и, конечно, я думаю, что мы пригласим ребят уже и на наш молодежный форум, на ритм. Очень хотим видеть ребят из Омска у себя. Почему? Потому что вот даже сегодня с утра была возможность уже непосредственно между собой ребятам поговорить. У нас есть история с экскурсионно-образовательными поездками, то есть когда мы можем ребят вывозить и знакомить с другими регионами России. У нас точно так же развивается добровольчество, но немножечко вот в параллельной истории. Да, мы как бы узнаем сейчас от коллег, что некоторые проекты они запускают только сейчас, они у нас уже работают там второй-третий год и весьма успешно. И то же самое наоборот, те проекты, которые мы запускаем только сейчас, здесь в Омске уже второй-третий год работают достаточно хорошо. Параллельно в Доме журналистов прошел круглый стол молодежных правительств Омской и Калининградской областей. Конструктивный, содержательный диалог быстро перешел в практическую плоскость. Было подписано соглашение о сотрудничестве. Мы будем взаимодействовать дальше очень плодотворно, совместные проекты реализовывать, также это экология, образование, конечно. Молодежная политика – это очень большое звено. Мы работаем как и с городской молодежью, и с сельской молодежью, и детьми, пенсионерами. Это очень большой пласт, как бы, и хотелось бы задеть все его части. Далее молодые люди из Калининграда побывали на добровольческих площадках Омска. Познакомились с работой профильных ресурсных центров. Особый интерес вызвало построение информационной работы. А мечи и калининградцы даже сыграли в интеллектуальную игру. Гости посостязались с командой Омского ресурсного центра добровольчества. Можно позаимствовать, наверное, ваш опыт в плане грантовой поддержки. То есть, точнее, не то, что вы оказываете, а то, что вы участвуете в грантодательских конкурсах, и на основе этого бюджета вы делаете очень многое в медиапространстве. Например, мы сейчас были в зале записи подкастов, да, у вас целая комната для записи, я так понял, видео. В завершении программы делегации Калининграда представили Дом омских студенческих отрядов. Мультиформатное молодежное пространство со-здание. Гостям рассказали о возможностях площадки и планах по ее развитию. А мечи представили калининградцам свои крупные проекты. Единую информационную систему для студенческих и школьных отрядов под защитой и профориентационную программу «Резидент-центр. Кадры для региона».